Представители агентства по муниципальному заказу Ярославля сообщили, что улицу Свободы могут официально сдать в следующий понедельник. Для этого подрядчику за выходные необходимо установить дорожные знаки, нанести недостающую разметку, доделать тротуарную часть. Одну из главных дорожных артерий города ремонтировали несколько месяцев. На нее потрачен 51 миллион рублей. Строители уверяют, дорожное полотно не потребует ремонта минимум 4 года. Какие еще улицы были отремонтированы за это лето, рассказал директор агентства по муниципальному заказу Денис Зайцев. Сделаны были улицы, как улица Кедрова, Кутерской переулок, улица Свободы, улица Флотская, Пятницкая, Фурманова, переезд на Шевелюхе.